Night Nightcrawler. My spirit returns to flesh. Time for target practice. Enchanted, I'm sure. No grave for you. When you play with Lena, you tend to get burned.
is that? Show yourself! Time for target practice. A mixed blessing? Dr. Klinker. I'm Rizrak. Don't touch me! The battlefield is merely a canvas. Enchanted, I'm waiting sure. Waiting for my ice is rush. Nice. Dr. Klinker. You outsmart me, and you'll just end up smarting. Shenanigans. My suit should keep me comfortable through all of this. Ah.
Kiva, demon. Bleep, bloop. I am a robot. Yeah, just kidding. Battlefield is merely a canvas. There are none who cannot be painted. Just riding high! Мя-мя-мя, ребятушки-котятушки, я так давно не потел, скажу вам честно. То есть вот этот вот на 15-м раунде прилетевший гирокоптер. Вау! Это было потно, страшно и жестко, но мы вроде как-то починились, копим роллы, мы достаточно сильные. Я бы еще, да, согласился куда-нибудь сюда виспов бахнуть. Давайте, наверное, так и сделаем. А кто у нас, кстати, в пуле? А, темпларка, гирокоптер, спектра, Зевс? Ладно, ладно, уговорили. Инвокера ж там нету? Пойдет. Можно теперь играть.
Я считаю, что можно, да? Будем теперь денежки копить. А можно Гира не убивать до вот этой вот штуки замечательной, обилочки его? А то так-то Синама проиграть можно. Ну ладно, нельзя, показалось. Уф, ауф. Ну что, заряжен и готов к бою, я считаю. А вы как считаете? Ничья? Интересно ты придумал. Ничья, говоришь, да? А что ты скажешь, если мы сделаем вот так вот? Мне тебя надо сюда поставить, ты там... Ты мне как раз нужен тут. И сейчас небольшой свап произведем. Вот так вот. Так мне нравится больше. Зевса потащим, а чё бы нет? Я хочу прям разваливать. Прям жестко разваливать. Надо накопить роллы и разваливать. План такой. Ой-ой-ой, стрела в Гира. Кстати, плохо, да? Ну ладно, нормально. Хотя, подождите. Реально плохо. Это с нас сбило стрик. Отдавать ли этого Зевса? Я думаю, пока что да. Слишком дорого. Нам сейчас нужно копить на левелапы и думать, как чиниться. Гира не ставить. То есть вот так как-то ставить, да? Но не сейчас, а вообще. Опа, Golden Roll. Опа, они самые. Самое обидное, что до левела мне тут, собственно, нечего с этими Golden Roll'ами делать, потому что... Потому что что? Да потому что... Ну, дизраптора сменить на какую-то регу посильнее, но нужен левел. Нужен 8-й левел чиниться. С Пейна бы стрик сбить, как он так меня пробил, но нужно, да, еще камушек на хп, чтобы тут Гира был прям вообще потным. Давай посмотрим, что дадут. Вообще Синрипер, наверное, надо брать. Мне нужен левел. Пофиг на Weapon Smith. Давайте. Поехали. Как-то так. Держи, друг. Это твое. Носи это с честью. Не знаю, вот этот мусорок тоже сюда куда-нибудь поставим. А, че, хилимся, живем? Нужен левелап. Это дорого, надо с Пейна стрик сбить. Что он такой дерзкий? Нашел. А, кстати, у него даже дворфы не закрыты, да? А, закрыты. Все, мне показалось, как он такой сильный. Ставка на топ-1, как хотите. Тут все может быть. Я вообще не считаю, что я на топ-1 играю, потому что надо было... Ну, поздновато мы усилились уже, то есть стрики не сбили. То есть вот что происходит. Не совсем телеги. А роллов мы не получаем в большом количестве. Дизраптор — это, наверное, не та лего, да, которая решает все у нас проблемы. Мне надо, чтобы дизраптора фокусили, заряжали. Чтобы вот этого парня еще закрыли. Ну, тебя эти закроют. Там вроде как бы нормально. Под стрелу не попадать. Марсель. Дерево. Ай, тяжело. На самом деле тяжело. Ну, срочно нужен левел еще усиления.
Там есть, конечно, слабые. Вот, вот это слабо, вот это слабо. Если стрик сбиваем, боже, это левел почти на халяву. Спасибо, Пейн, друг. Я тебя люблю. Спасибо, дорогой. Как сердечко отправить? Спасибо, дорогой. Кто тут? Варлок пойдет. Зевс, да? У нас, по-моему, Темпларка есть, да? Варлок. Я не буду это подбирать того, что не... Ну ладно, подберу сейчас пока. Ля игра крысиная. Кого я могу поставить? Орков хотя бы? Давайте хотя бы орков. Тролль у нас, тролль отсутствует. Вот это хорошие леги, да, все? Но я не хочу их вот так вот тащить. Но они дубликатом у меня. Че, берем на раунд? Инвокер, Деспрофит. А те, что есть пули, их нету. А нам в левел выходить придется. Мы вроде достаточно сильные, найдем свои леги. Верим в себя. Не берем мусор. Тайда берем. Деспрофит вообще хороша. На самом деле Деспрофит хороша. Я ее возьму. Инвокер жалко. Игра, может, виспа какой-нибудь? Почти что висп. Блин, дизраптор, конечно, не та лего. Но она должна заряжаться, и варлок должен заряжаться, и все должны что-то делать. Ой, тяжело. Возможно, это я зря тащу. Но, блин, если только собирается варлок, вот что-нибудь из этого, да, я ей прям становлюсь очень сильным. Может, на инвокера забить, раз его в пуле нету. Сейчас зависит будет от файта, да, как пройдет. Не, вообще надо отдавать инвокера. Давайте отдадим и успокоимся. 30 голды, все-таки это бабки. Нам нужно побеждать, зарабатывать все это, леги собирать. Когти. Гира, хочешь когти? Хочешь, не хочешь, дам. Дарованную тейл. Рибал очка. Ну да, получилось рибал очка. На 15-м раунде гира еле-еле вытащили. Вот сейчас пытаемся починиться. Не знаю, зачем находится, да? Или не хочется? Вообще тут сильнейший бог в пуле в этом. Может, вот это вообще отпустить? Или не жадничать одну голду? Ладно, с крипами этим проблем... Это, слушай, вот это, ну вот это реально меньше из проблем. В пуле он есть, я его в 10 гнать не хочу. Наверное, он пока не нужен. Последний юнит, который пойдет на борт. Надо Т2 что-то собрать, типа варлока, типа заменить дизраптора. Даже ту же Деспрофит поставить. А, молнии, да? Ябадабаду, Никитушка, спасибо большое за огромную поддержку, мямя-мяшеньки. Два Тейчеса Зевс, ну берем. Варлок Т2, Арк Т2. Ну пусть идет Арк Т2. Что значит нет, если да. Теперь нужно копить на левелап. Я, наверное, не очень хочу тащить то, что не идет. Гера, на тебе пока что это все. Вообще все, на. А, теперь нужен левелап на все бабки. Не знаю, Тэчеса. Ну, какой-то шанс есть? Есть. Вообще шанс на Тэчеса есть. Вообще шанс на Тэчеса даже большой. Арка мы оставляем. С легами. Вот это отпустить.
Я не готов что-то сейчас отпускать, пару роллов еще накопим. Мне тупо нужно левелапнуть Зевса какого-то, пофигу в кого. Sven is good, but no. Maybe later. Сколько нужно до левелапа? 43? 43. И поставить арка. И дать ему вот эту дрянь. Слушайте, не буду жадничать. Где эта книжка? Не вижу смысла жадничать. Так сильнее. Так, я могу себе позволить еще постоять на этом дерьме. И мне вообще плевать. Просто чтобы вот тут вот, вот, вот так вот. Это ж приятно жутко. Здорово, психоделик транс. Так, Никитушку не поблагодарил за полгода подписочки. Спасибо, Никитушка. Лови жопку енотью и сердечек миллион тебе. Спасибо, дружище. А я уже не очень хочу Зевса, ну ладно, раз пришел, сиди. Зевс еще поставь. А зачем нам Зевс? Он ничего не дает. То есть, чтобы лобби убивать просто? Авер чего, овер дизраптора? Ну, это типа минус хп. Здорово, конечно. Ну, давайте поставим. Но не уверен, что это прям супер гуд. Не уверен, была бы зарядка какая-то в Аркварден, типа Аркейнов, а то он не зарядится этот Зевс, посмотрите, сколько он заряжается. И урона не надо. Сейчас посмотрим по статистике, сколько нам Зевс дает. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну в принципе в Зевсе, очевидно, смысл есть какой-то. Но я бы в 10-й поставил. О, кстати, для Зевса. Ладно, возьму тебя, вдруг. А не вдруг. Вообще, Тэча, скорее всего, не будет играть, но если мы роллов накопим, почему бы и нет? Почему бы и нет? Да и так. Не, вообще, мне нравится Наргира это отдать. Ну, давайте Гира. Гира больше дэмэдж делает. Я вообще все готов Гира отдать. Специально расставил всех, чтобы все в тучку не попадут. Не попадут, да. Ой, как же больно. Ой, какая же боль. У меня еще запас 45 хп. На-на. А, ты пока лишний. Никак не пролезешь. Акиры мне тут не нужны. Я даже пытаться не буду никаких акиров собирать. Просто будем... Фигачим лег, фигачим дубликаты. И нажимаем большую красную кнопку... Кстати, надо... А, разобрать не могу. То есть Дарквардон, Леги и поехали. Вот мне нравятся все. Варлок, Дизраптор, Гира. Там еще какой-нибудь Свенчик, если там повытаскиваем Темпларку, можно взять. Темпларка, Свен. Не хочу Спектру. Это с рыбалки стол. Да нет, конечно. Я такой прухложоп, что меня оно само напрокало. Да, с 15-го вытащили Гира, и пошла жара. Ну что, время нажимать большую красную кнопку, или можем еще пару роллов набрать? Кто-нибудь может нам навредить? Давайте подумаем.
Ну, чтобы этот парень вставал раньше всех. Морбитку, морбитку, морбитку. Некому пока. Давайте разберемся с морбиткой чуть позже. До первого луза копи. Я тут боюсь, что, может быть, луза-то у нас и не предусмотрена уже в этой игре. Хотя, вот конь старается. Но мы могли выпадить Т2 гира. Ой-ой-ой, денежки, денежки, давайте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блинк еще один пойдет. Зевс, вот и тебе блинк наколедовали. Ну ладно, давайте, хочу кого-нибудь апнуть. Бля, не того убрал! Ну ладно, ошибка. Психанул, что-то надо было Зевса убирать. Убрал Гира. Ну, ничего страшного. Ну, недополучим один ролл. Это мы и так уже, да, не планируем. Вообще, вряд ли... Хотя Свен про запас против Найта может пригодиться. Но думаю, что Найта тоже сейчас не будет. Надо Зевса убирать. Пару варлоков. Стой, у меня там Дизраптора надо было, да, убирать? А, вот так вот даже. Ну все, чувак. Ты напросился. Он меня обидел. А стой, Дизраптор у нас так убрал. Гира надо обратно ставить. Ну давайте, Гир еще один. Давай. Почему нет? Зевс, Арквардом, Гира. Я думаю, что с Арквардом все хватит. Тут лично на этом празднике жизни. Не получилось, да? Зевс, Варлок идут, Свен не идет. Но Свен, за делом... А, стоп, Найта уже нету. А кого шестимеха пробивать? Да я его так пробью. Без Свена. Или нет? Зевс с нами точно идет. Зря я ее взял. Ну ладно. Остались мы вдвоем с Хантом. С Пейном. Угу. Угу. Ну, Т3-гира вроде это неплохо. Ладно, еще один раунд, посмотрим, как пойдут у нас файты. Гир, что тебе, чейнмейл дать? Давай. А, дизраптор мне не очень нужен. Чем... Или хотя, или что мы с ним будем делать? В общем, и так справимся. Что-нибудь потом поставим. Бахнем и выиграем. Ладно, берем Арквардена. Т3 гира, да, один оф, Т3 Зевс. Так, если что. Ну, крипов, думаю, мы на мехах дефнем. Кстати, у меня там у кого-то блинк, да, у Зевса остался. Я, наверное, его заберу. Заберу, чтобы что? Чтобы дать Т3 гира коптера. Это хороший мув. Кстати, здесь юнитов у нас хватает от Арквардена. А, Зевса еще 4 надо, действительно. Варлок один. Но тоже неплохо. Ой, блин, как хорошо все сыпется.
Я не знаю, зачем это нам, но давайте возьмем. Блин, ну... О, это три варлок. Берем? Я думаю, да. Кого поставим? Дизраптора? Ну, давайте дизраптора. Или все-таки Зевса? Нет, давайте дизраптора. Так, у варлока, блин, есть, у этого есть, у дизраптора нету. Нарквард, что тебе предложить? Давай вот так вот сделаем, потом разберемся. Или это за один раз? Ну, мехов тут в этой игре убирать точно не надо. Можно жадно играть. Ну, не за один раз, не за один. Пейнт старается. Ладно, какие свена? Может, этих ребят Т3 прогоним? Зевс Тэчес. Ну, Зевса надо брать. Ладно, го еще что-нибудь найдем. Закончим это как-нибудь так, да? 3, 9. Кто лишний? Ты лишний. Тупо на Олегах добьем. Кекви. Планировалось залить эту катку как-нибудь. Залить. Вот. Не получилось. Не получилось. Залить катку. Но я старался.